В этом фильме вы не увидите стройных француженок, Эйфелеву башню и Лувр. Вы не увидите Нотр-Дам-де-Пари и Елисейские поля. Вадим Ясногородский отправляется в столицу Франции исследовать парижские катакомбы. Жизнерадостная надпись встречает нас здесь. Остановись. Дальше империя смерти. Их разработка началась в эпоху правления мировингов. Сначала здесь добывали известняк. Позже стали хоронить мертвых. Среди 6 миллионов человек, захороненных здесь, покоятся Марат, Робеспьер, Паскаль, Рабле. В 1793 году церковный сторож Пьер Аспер спустился сюда в поисках винного погреба. Он свернул куда-то не туда. Его кости нашли через 11 лет и опознали только по ключам. Так что, когда будете здесь, не отставайте от группы. Смотрите фильм «Париж без Эйфелевой башни» на канале «Моя планета».